Здорово, это домашний канал Алерки, игра под названием «Пятница 13-я», «Киллер Пазл». Игра по вселенной фильмов «Пятница 13-й». Мы будем играть за Джейсона Вурхиса и убивать всяких молодух и молодых, которые приезжают на Хрустальное озеро, чтобы попихаться, посовокупляться, побухаться, поднажраться, короче, и всего тому подобное. Вон, здесь, смотри, есть играть, это, видимо, сюжетка, ежедневные убийства какие-то непонятные, смертельный марафон какой-то, мамин мегамаркет, окей. Что там, маме открывает все эпизоды, короче, купить, открывает всех Джейсонов. Здесь, короче, скины, да, Джейсонов будут всякие, набор мамин любовь, миссис Вурхис. Окей, все эпизоды, всякие разные вот эпизоды, покупать, не покупать. Оружие, смотри, купить можно. И все тому подобное. Я не знаю, игра, короче, бесплатная. Не знаю, насколько она бесплатная, что-то я там в отзывах прочитал, то, что... Не все эпизоды будут доступны. Окей, давай попробуем. Выбор эпизода. Количество жертв 0. Их предупреждали. Теперь пусть пеняют на себя. Воспоминания об озере. Окей, смотри, здесь закрыто. Здесь под замочком все. Окей, здесь у нас все непонятно что. Короче, вон сколько их всяких разных. Окей, давай. Воспоминания об озере. Погнали. Образ Джейсона. Классический Джейсон. Идеальный маньяк-убийца, этот образ всегда в моде. Окей. Что там дальше? Доступ откроется после 15 смертей, типа особо опасный Джейсон. Это не его с вами заперли, это вас заперли с ним. Окей, особо опасный. Ледяной Джейсон, смотри, есть безжалостный убийца из криогенной камеры. На 39 убийств надо. Из криогенной камеры, нормально вообще. Зомби Джейсон. Окей, липкий, вонючий, кровожадный. Утопленник Джейсон. Смотри, какой утопленник, он очень криповый. Просто криповый. 6 месяцев под водой, разозряд кого угодно. Весельчак Джейсон. Окей, добро пожаловать в рай на земле. Выход через магазин сувениров. Отлично. Каратель Джейсон. Смотри, каратель тоже такой просто жесткий тип. Он в крови и пламени. Узрите его. Допустим, новый Джейсон. Новые технологии в деле. Он стал быстрее, сильнее, хитрее, продвинутый. Новый Джейсон. Это наверное, из последних новых там фильмов, да, которые там Джейсон X там или еще кто-то там, не помню. Деревенский Джейсон. Смотри, просто деревенский скряга. Какой скряга? Деревенский чувак, короче. Йо-хо, убийство по-деревенски, ничего лишнего. Джейсон Потрошитель. В смысле, а чем отличается деревенский Джейсон от Джейсона Потрошителя? Тем, что это, у этого плащ и... перешита маска, что ли? Джек будет не против. Окей. Ни хрена себе, ты смотри, сколько их здесь. Средневековый Джейсон. Первый и последний король кровавой резни. Доступ открывается с помощью встроенной покупки. Окей. Это покупать надо тоже. Нифига ты, смотри, пещерный Джейсон. Их тут много. Их тут вообще, смотри, сколько вообще. Нажми, чтобы снять маску. Прикинь, можно еще и маску снять. Офигеть, Джейсон мясник. Ладно, окей. Погнали. Воспоминания об озере, да, играть. Нам доступен, короче, пофиг, доступен классический Джейсон. Электрический Джейсон, в смысле? Вот, классический Джейсон нам доступен, окей, погнали. Погнали, убьем классическим Джейсоном кого-нибудь. Воспоминания об озере. 13 июля 1984 год. Лагерь Хрустального озера. 20 лет назад в Хрустальном озере утонул мальчик, пока вожатые занимались своими делами. Но потом всех их убили, одного за другим. Кровавая резня на Хрустальном озере в пятницу 13 числа. Их убила мама того мальчика, Памела Вурхис. Смерть маньяка от руки последнего выжившего Памела Вурхис, 49 лет. Чтобы остановить ее, вожатым пришлось отрубить ей голову. Ее сын Джейсон до сих пор бродит в этих лесах и мстит за нее. Стоп, а разве не мама мстит за сына? Да, разве этот мальчик не утонул? Стоп, возможно, я что-то напутал. Смотри. Сколько крови вы хотите видеть? ПГР. Давай. Мясорубка на Хрустальном озере. Окей, погнали. Здесь, по-моему, пошаговая херня. Джейсон, солнышко, ты должен отомстить за меня. Используй стрелки геймпада или мыши, чтобы двигаться и атаковать. Окей, мам. Как скажешь, мам. Окей. Ух ты, как ты какой-то резкий-то. Последняя кровь, что ли? Да, отлично. Теперь доберись до последней девочки. Окей, мам. Да ладно, здесь еще фишку надо
Отлично, кровожадность, уровень 1. Окей, пока, в принципе, все ясно, понятно. Погнали. А, какие мерзкие туристы, пойди туда и покарай их, Джейсон. Окей, мам. Окей, мам. Так, погнали. А у нас ограничено число ходов или нет? В смысле, погоди. А, вот так. Отлично, я понял. Криповая игрушка, да. Жесть. Последняя девочка. А, последняя девочка, не кровь, а девочка. Окей, давай. Сейчас нам надо... Зона смерти. Опа! Жестко, конечно, жестко. Окей, кровожадность, уровень 1. А что будет? Как-то прокачка будет? Окей, погнали. Так, двоих надо уже. Покарай их за то, что они с тобой сделали, Джейсон. За то, что они сделали со мной. Убей за маму. Окей, мам. Так, ладно. А, тут забор. Ладно, допустим. На, держи. А, вот. Вот как. Я понял систему, короче, я понял. Последняя девочка. Я понял систему, короче. Ох, как жестко-то он ей воткнул. Окей. Погнали. Дальше. Полуночный убийца. Почему они от тебя не убегают? Ты у меня особенный. Сегодня твой день рождения. Окей, мам. Окей, мам. Так. Ладно, допустим. О, нет! Оп! Смотри, он еще и убегает. Последний мальчик. Уже мальчик, окей. Теперь уже и мальчик. Ох ты, напополам-то, а где кишки? Ну ладно, без кишков тоже как-то криповато. Убей их всех, Джейсон. Будь сильным мальчиком и получи добавку кровожадности. Спасибо, мам. Окей, мам. Добавочку получили. Окей, уровень 2. Уровень 2 получен. И что это у нас поменяет? Ой, какой-то ящик. Лом, бронзовый класс. Добавить в экипировку, да, для всего. В смысле, да, и для всего. И что это? Добавить в экипировку, да, для всего. Один из два, из двух. Окей, давай добавим в экипировку, конечно. А, дубинка, бронзовый класс, смотри. Добавь в экипировку, да, да, для всего. Окей, погнали. Ужас под там чем-то, под звездами. Смотри, запомни, Джейсон, если нужна будет помощь, сразу же проси у меня подсказку. Окей, бам. А, вот это. Не стесняйся искать обходных путей, Джейсон. Окей, бам. Понятно, это вот на маму нажимаешь у нас подсказка. Здесь мы... Сынок, тебе нужно оружие, посмотри... По смертоносней. Перетащи 3 ненужных орудия в обменные ячейки. Окей, мам. Так, перетащите, чтобы обменять. Лом. Погоди, а вот это? Это обмен? А, в смысле обменять? А что? Купить набор оружия. В смысле, я могу... А где моя мачете? А, вот. Окей. Мачете, вот она. Так, и лом здесь. Обмен. В смысле обмен? Обмен на что? Что я сделал? А, я снова могу обменять, короче, другое оружие. О, ни хрена себе, электродрель, серебряный класс. Отлично. Да. Да. А то все исчезло, да, получается? Ага. А это все у нас исчезло, дубинка. Понятно. Ну окей, да, давай-ка дрелью попробуем замочить кого-нибудь. Так, окей, надо как-то это замутить, оп, оп. ТП. А, вот так, я понял. Держи, сейчас будет жестко дрелью. Сейчас будет жестко дрели. Последний мальчик. А, ни хрена себе, он ему башку оторвал. Я думал, сейчас дрелью как-нибудь там задолбит и вообще будет кроваво. Так, окей, видишь, как они боятся вида крови. Убей их, Джейсон, за маму. Окей, ма. Так, окей, ма.
Давай бабу убьем. Бабу убили. Тебя тоже сейчас убьем. Ну и тебя тоже сейчас. Так бы, так-то в принципе ничего сложного, да? Как бы так-то. Чего он ее там раздавил? Он просто ее рукой раздавил? Отлично, ладно. Чистильщик, окей, погнали. Мерзкие никчемные туристы, как они смеют обижать моего золотого мальчика? Не в норме, ма. Окей, так, теперь до них надо добраться. Я понял, как это сделать. А, фигушки, я не понял, как это сделать, погоди. Так, вот так и вот так. Так, баба готова. Ну и парень тоже. Что там? Он его просто, он его не засверлил, он его задолбил просто дрелью. Просто в прямом смысле этого слова задолбил дрелью просто. Окей. Ну, опять голову оторвал. Ну, как-то вот поразнообразнее это бы сделать. Ну, было бы прикольно. Но я думаю, может, что-нибудь там дальше еще покруче будет. Окей. Не балуйся возле озера, Джейсон. Ты не очень хорошо плаваешь. Ладно, ма. Так. Отлично. А последний мальчик. Они так визжат, знаешь, как этот. Как свиньи. Так, погоди. Да ладно, утопили, да ладно. Жми, чтобы начать сначала или чтобы вернуться на ход назад. Погоди, я могу на ход назад вернуться. А, прикол. Прикольно. Слышь, в смысле? Погоди. А как? Вот это уже как-то посложнее. Перемотка. Давай-ка еще раз перемотку. Погоди. Значит, надо как-то замутить так? Так, ну здесь сейчас остановится, наверное, да? Да, он остановился. Вот, все, отлично. Блин, замудрили уже. Тут уже как-то замудренно получилось. Тут уже как-то замудренно. А, я так тобой горжусь, Джейсон. Вот тебе еще немного кровожадности. Спасибо, Мэн. Отлично. Уровень 3 мы добили. Раз добили уровень 3. Так, что нам? Еще ящичек можно разбить. И, наверное, что-то бронзовый класс. Кочерга. Интересно. Гитара? Золотой класс. Да ладно, гитарой? Ты прикалываешься, что ли? Ну давай, не волнуйся, милый, если застрянешь, нажми так и попробуй по-другому. Спасибо, мэр. Так, давай гитарой, я не знаю. Так. Отлично. Ага. Тут я в стены трахаюсь, но... Так, ладно, допустим. Ход назад. Ход назад. Ладно, допустим. Сделаем давай вот так. Опа. Вот так. Да. Теперь все четко. Он воткнул просто в лицо и гитару. Конечно, жестко. Он разрезал его гитарой? Как? Типа струнами там? Или как это он сделал? Как это он умудрился это сделать? Окей. Ты можешь загнать туристов в огонь, Джейсон. Накажи их за то, что они сделали. Так и есть, ма. Окей, загнать их в огонь. Жестко. А сам я тоже, наверное, могу сгореть, да, если я в огонь запрыгну. Так, ладно. No! Всех в огонь нах.
Окей, ладно, допустим. Я случайно нажал. Так, минус один. А, у нифига, сразу двоих, отлично, хлоп. Просто двоих, отлично, хлоп. А чё, почему, когда последняя, типа, девушка или последний парень, там, остается, они стоят вот так вот, в контузии, короче. Почему? Я тебе говорила, насколько ты особенный, Джейсон. Ты очень особенный. Ладно, ма. Окей, ма. Так, отлично. Ага, а теперь нам не выбраться, либо сгорать, либо... Понятно. Окей, я понял. Как-то по-другому надо это делать. Так, так, наверное. А, нет, погоди, вот так. No! В смысле? Чё ты перемотал-то? Окей. Всё, отлично. Жесть. Жесть, он этой гитарой мочит. А что будет, если я промахнусь, короче, по этой... по этой шкале? Не забывай менять оружие, солнышко. В нижнем углу есть специальный значок. Да, у нас есть кочерга, короче. Давайте еще кочергой попробуем. У нас, кстати, есть кочерга. Так, дрель. А где кочерга-то? Где моя кочерга-то? Кочергу мне верни. Верни мне кочергу. Где моя кочерга? В смысле? О, кочерга, отлично. Все поменяли. Взяли кочергу. Давай кочергой. Мяу. А, мы утопить еще можем, отлично. Неплохо. Так, окей. А, да ладно, здесь забор. Забора нет. Ладно, допустим. Я что-то накосячил, я что-то не то сделал. А, все, я понял. Отлично. Отлично, так. А, да ладно. Погоди, а как? Ха. Ха-ха. А, ну все, да, нормально. Или нет, не нормально. Топ. Вот это уже запара что-то какая-то. Что-то запара какая-то тут получается. Давай, на самое... Что с мамой? Что это там? Так, ладно, допустим. Я изначально что-то не так сделал, видимо. Что-то изначально сделал не так. А что я сделал не так? Вот этого я, смотри, испугал, да, и все. Допустим, ладно. А, все. Вот теперь все четко должно получиться. Да. Он же останавливается перед жертвой. Точно. Он же останавливается перед жертвой. Окей. А, какой же ты молодец, вот тебе еще немного кровожадности, а теперь прикончи их. Спасибо, ма. О, как быстро-то на 4 уровень там пробрались. Давай мне ящик, что там нового? Так, весло, бронзовое весло. Бронзовый класс весло. Так, добавим экипировку, бронзовый класс кий, отлично. Возмездие. Это последняя жертва, Джейсон. Настал час расплаты. Последняя жертва, да ладно. Окей, хорошо. Последняя жертва, давай мы убьем. Давай посмотрим, что у нас там еще с оружием. Так, кочергой мы уже игрались. Веслом нет еще. Так, чем еще игрались? Гитарой, да, и дрелью. Где? Дрель. И гитара, да? Золотая гитара. Окей, обмен.
посмотреть, что будет новенького еще. Что это? Золотой лом. Золотой лом, отлично дали. Золотой лом. А, хорошо. Золотой лом у нас теперь есть. Что еще? Кий и весло. Давай золотым ломом побьем. Так, окей. А, последняя жертва, да, получается? Окей. Там у нас забора нет. Так. Интересно. Погоди, интересно. А, здесь воду. Здесь воду, здесь не так. Не то. Намудрили. Что-то как-то сложно намудрили. Окей. А, мы начинаем вот так вот здесь. Так, так. А, вот так. Вот так. Вот так. А, нифига. Нифига. Смотри, мы опять вот. Что-то я не так иду. Так, так, вот так. Странно, интересно. Непонятно. Как до тебя дойти-то? Последняя жертва. А, все, теперь я понял. Ага. Типа фаталити. Типа эпичная последняя смерть. Смотри, а этот козел умеет плавать, да? Последний из выживших умеет плавать. Гарпун. Шлеп просто. Четко в яблочко, четко в точку. Меня эти крестики добивают вместо глаз. Отлично. Выполнено у нас. Эпизод у нас все получается, да? Эпизод выполнен. Отлично. Так, следующая жертва. Зэк. Заточение. Окей. В принципе, у нас выполнено, да? Воспоминания о Узоре. Окей, ладно, допустим, хорошо. Следующий эпизод мы начнем уже в следующей серии. Игрушка, в принципе, нормульная зашла. Как бы для меня. Поиграем, я думаю, поиграем, да. Посмотрим. Что там, если эпизоды будут... закрыты, последние. Ну, я тогда, может быть, куплю. Ну, посмотрим, как бы, если не надоест вдруг. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочка на прохождение игры будет в описании. И с вами был Валерий. Всем пока.